линии соприкосновения в Донбассе. Чтобы подтвердить факт отвода вооружений специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, требуется и дополнительная исходная информация, свидетельствующая, что орудия не просто переводят с одного места в другое, а действительно отводят, и они остаются вдали от линии соприкосновения. Теперь уже дело сторон конфликта – подкрепить свои слова делами. Если они действительно намерены отвести вооружение, то это позитивный сигнал. Но чтобы засвидетельствовать факт отвода вооружений, нам требуется больше информации и более активное сотрудничество. Кроме того, мы бы приветствовали взаимное принятие подобных мер обеими сторонами по согласию с украинскими правительственными войсками. Уже некоторое время обсуждается план отвода танков и орудий малого калибра. Я буду присутствовать на переговорах в Минске, где этот план вновь обсудят в рамках рабочей группы по вопросам безопасности в составе трехсторонней контактной группы. Мы настроены оптимистично и надеемся, что сторонам удастся его окончательно согласовать. Но важно понимать, что переговоры – это продолжительный процесс. Они не могут состояться и в одночасье принести результаты. Необходимо, чтобы стороны сели за стол переговоров и обсудили все чрезвычайно важные вопросы. Нужно наладить сотрудничество, чтобы избежать недопонимания в дальнейшем и гарантировать, что эти, а также принятые ранее обязательства выполняются целиком и безусловно. Следует приветствовать любые меры по разведению сторон, принятые любым участником конфликта. Только осуществлять их следует так, чтобы не вызывать недопонимания у другой стороны. Вот почему так важно, чтобы диалог не прекращался. В Минске у нас будет очередная возможность продолжить эти переговоры, поскольку Минск – это единственная платформа, где стороны конфликта действительно могут обсудить ряд очень важных шагов.